Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на пневматический гравировщик Лаоа с вольфрамовым стержнем в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных и электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 11 марта 2019 года. О, какой разброс цен идет. От $44.99 до $125.99. К сожалению, этот товар теперь недоступен. Но отправка есть из России. Нет, из России нету. Из Китая. Из Китая есть. $125.99. И вторая комплектация. А просто сам стержень. Гравировка. То есть можно заказать запасной стержень, но, к сожалению, товар недоступен. Итак, смотрим, к магазину подойдем, вернее, заглянем или зайдем, да? И посмотрим на товары. Потому что, может быть, закончился товар, как обычно. Ну, здесь такой магазин, внушающий пока доверие. О, садовая. Садовая, вернее, есть амуниция. Так. Потерялся. Товары. Так, что мы здесь сейчас увидим? 288 всего товаров, но смотрю, товары достойные. Пока как бы. Но нет, товары отличные. 9 страниц. Я думаю, здесь просто закончился товар, вот и все. Так что не отчаиваемся и ищем то, что вам нужно. Вы были на канале «Поиск ручных и электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента.